прямо резкими такими, может быть, черточками, движениями плавными. Прям вытягивай, как получится, вот вытягивай с белой массы, во, и до конца, не обратно, только до конца. Все, вот, одно движение, да. В ушки посмотри, там очень много сверху. Где-то вот V-образную кисточку вот возьми. Тоже можно еще вот поделать разные такие вот. Вот, большие такие движения. Во, правильно вытягивай. Пиши, пиши. Знаешь, смотри, где темненькие. Здесь, 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 в кустах, здесь, здесь, здесь. Моська, да? Придет Моська, это посмотрит на портрет и все, скажет: моя картина. Вот. Хочу, чтобы там, где я спала, был портрет. Где она спит? На стуле, на подоконнике. Везде, везде. В компьютере. Ну да. Всем привет! Мы с дочкой Софьей посетили студию живописи. Софья попробовала первый раз рисовать масляными красками. Давно хотели. Мы приехали из Перми, увидели ВКонтакте эту группу, захотели сюда прийти обязательно. Вот у нас вышло, выкроили время, все-таки посетили, очень понравилось. Нарисовали свою любимицу, кошечку нашу, Мосечку.
Очень красиво, я думаю, получилось. Мне очень понравилось. Помогали, подсказывали. Классно. Дома, наверное, еще попробуем. Да.